Похоже, намечается знатная битва. Давай-ка поглядим. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и настало время посмотреть на игру, которая называется Battle Legion Ярость стихий. 3, 2, 1. В бой. Так, а они что у нас, на автомате, что ли, сами по себе? Ё-моё, по-моему, мы тут проигрываем. Так, ты что там запугало еще? Посмотри. О, нет, ребята. Или подожди-ка. Подожди. Нет, мы выиграли. Добро пожаловать в Battle Legion. Добро пожаловать. Знакомься, твоя армия. Пока тут особо не на что смотреть, но со временем она станет больше и сильнее. Твоим войскам нужен командир. Как нам тебя называть? Ну, не Латани, это уж точно. Называйте меня Рэй. А теперь давай найдем достойного противника, чтобы с ним сразиться. Мотануть. Скелеты из лощины. Расслабься и наблюдай за боем. Твои войска будут сражаться сами по себе. Ага. А в чем тогда заключается моя суть? Так, тихо. Давай, лучнички. Скелетов валим. Слушай, ну тут без проблем. Все довольно легко. Победа. Я получаю 5 монет. И уровень, да? Или что это тут у нас? Просто написано забрать награды. Но я так понимаю, ребята, это за левел. Сундук. Ранг нулевой. Так, нам дают 50 золота. И плюс... лучники. Это обычные, да? Ага. Типа мы прошли с тобой. Судя по всему, ребята, это идет пока обучение. Так, опять же тот же самый отряд. За наем нового войска нужно заплатить один осколок отряда и немного золота. Армия. Так, и что у нас тут? Лучники. Ну, нанять, предположим. 50 золотых. А теперь перетащи только что созданную группу на поле боя. То есть я могу лучников поставить... ну, давай вот сюда же их и поставим. Ну что, друзья мои, я так понимаю, нам... А, крутануть нужно. Так, омертвленная банда. Тихо. Ничего себе, тут ребята зомби-копейщики. Слушай, ну мы их разобрали. Нет, пока еще не разобрали, секунду. Слушай, у меня лучников здесь приличное количество, поэтому мы здесь справимся. Да. Побед за нами. Так, еще 5 голды нам дают. И опять забираем награды. Судя по всему, мы с тобой... сейчас будем собирать самую начальную армию, да? Как говорится, на халяву во время обучения. Дали нам 100 голды и плюс войны. Да, это те самые копейщики. И лес у нас якобы пройден. Так, и еще 5 золотых в придачу. По мере получения новых рангов противники будут становиться сильнее. Я даже в этом не сомневался. Испытание огнем. Воу. Подожди, вот тут, по ходу дела, мы влипли. Во-первых, их намного больше, чем нас. Все, меня раздавили, ребята, лучники. Они не справятся. Нет, их тут расплющили, фиаско. А кто бы сомневался. Так, и что же дальше? Чтобы поднять уровень, давай сначала разживемся золотом. Я не против. Так, забрать. Используйте золото и осколки отряда, чтобы усилить свои войска. Так, опять переходим в армию. Это у нас получается типа... А, улучшение, прокачка. Отлично, продолжай играть и не забывай про улучшение, когда у тебя будут осколки и золото. Вы хотите... Ага, подожди-ка, я ведь могу, наверное, еще улучшить. Или нет? А, закрыть, все, понял. Так, это моя боевая зона. Выставить я могу? Нет. Крутим. Испытание огнем. Так это ж те же самые. Так, ну у меня копейщики второго уровня. Может быть, мы здесь справимся с ними? Слушай, ну уже намного лучше. Ты посмотри. Так, остаются лучники. Мои копейщики родные. Молодцы. Красиво. Путь командира. 1 из 16. Достигни первого ранга.
Слушай, новый ранг написанный. Ух ты. Боевая арена 1. Ранг повозки вырос. Увеличение поля. Лимит очков армии вырос плюс 2. И доступны новые отряды. Так, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. 65 голды. И это у нас боевые псы. Стая злобных псов способна наносить высокий урон. Очень эффективно против слабых противников, но быстро умирает, если враг владеет навыками управления толпой. Тут даже такое будет. Управление толпой. Хорошо, а куда я этих собачек могу, например, поставить? Опять золотишко у нас тут? Или что? Ага, никакого золотишка нету. Давай взглянем на твои очки армии. Давай. Повышение уровня дает очки армии, а значит место для новых мощных отрядов. Старайся использовать его полностью, ясно? У тебя есть фрагменты нового отряда. Давай потратим их на новый отряд. Так, это боевые псы. Нанять. Все что ли? При добавлении на поле обычного отряда расходуется одно очко армии. Очки армии у меня вот, да? Так, ну, берем и сюда, что ли, обязательно? А прокачать? Вот так вот. Второй уровень, друзья мои, получают мои боевые псы. И мы крутим колесико. Золотой мальчик. Вот это, что ли? Это какой-то, блин, Тор, друзья мои. Фига он бомбит. Собачки, собачки, собачки. Запинали, прикинь, этого жиробаса мы уделали. Так, а здесь уже что-то новенькое у нас. Ярость стихий. Да, ребята, четвертый сезон у них тут начался. Помимо получения рангов, ты теперь продвигаешься по сезонному пути. Каждая победа дает тебе опыт и приближает тебя к следующему... А, к следующей награде. Так, и всего мне нужно 250 очков набрать. Ну, допустим. Бонусный опыт увеличивает количество опыта, получаемое с каждой победой. Забираем. Собирай накапливающийся в лагере бонусный опыт, чтобы ускорить продвижение по сезонному пути. Крутим. Так, ну что, ребята, я вижу, тут тоже есть боевые псы, плюс какой-то голем, блин. Смотри, 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 что мои пески делают. Ай, запинают лучники. Ну, по крайней мере, они были отвлечены. А мы с тобой уничтожили в этот момент железного голема. И лучников тоже расстреляли. Ух ты. Так, что же мы тут получим потом с тобой? Еще какой-то, видимо, пак у нас будет. Но не сейчас. Так, крутить. Не, ребят, по-моему, еще до сих пор обучение идет. Осторожное разрушение. Да ты запарил, а? Блин, он просто отталкивает. А, мы здесь должны эти бревна проломать. Все, понял. Так, тихо-тихо, псины. Псины! Есть. Так, а теперь вот этого просто расстреливаем. Да, ребят, победа. Ну, довольно неплохо пока. Опыт. Пятнарик сверху, да? Забрать награды. По-моему, еще до сих пор идет, друзья мои, обучение. Что у нас здесь? 130 монет. И это у нас богатырь. Сильный отряд с мощной атакой, обладающий эффектом контроля толпы. Но я видел, как у него контроль. Он просто, ребята, отталкивает, да? Врагов. Но не оглушает. Так, ну что нам тут делать-то надо? Крутить рулетку? Подожди, крутить. Для размещения редких отрядов нужно потратить 2 очка. Давайте уберем что-нибудь с поля и освободим для них место. Выбери одну группу лучников и принеси их обратно в инвентарь. Выбрал. Убираем, так? Закрываем. Найми только что открытый и редкий отряд. Это у нас богатырь. Нанять. Закрываем. И поставь его на поле боя. Я это понял. Давай вот сюда. А может быть... Не, вот сюда мы его влепим. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим, насколько он крепок. Атакующие волки. Бумс, нифига. Ё-моё, ребята, он просто их откидывает в никуда. И это мне нравится. Но зато, ребята, наш вот этот вот воин, он очень слаб против вот таких вот мелких гаденышей. Так, ну здесь еще рановато о чем-то говорить. Нам нужен ранг 2, судя по всему.
Ох, ёк-макарёк, сколько здесь, друзья мои, нужно пройти, чтобы все это получить. Так, силы армии используются не полностью. За очки победы даются повозки. Слушай, а вот это что такое? Смотри-ка. Если у нас будет 15 жетонов, мы откроем с тобой. Судя по всему, это какая-то пушка. Итак, прочный набор достается нам. Ты бич, мне нравится, как... Ах ты, у него тоже, ребята, богатырь. Так, это что, получается, кто кого перетолкает, что ли? Слушай, ну мы явно перетолкали, да? И это круто. Так, опыта 5. Еще десяточку, 15. Почему силы армии используются не полностью? Обучение завершено, и теперь вы будете встречать других игроков. Вот несколько кристаллов, которые помогут вам в пути. Удачи, командир. 60 кристаллов мне дали. Слушайте, ребята, я что-то здесь могу глянуть рекламу, судя по всему, и получить что-то. Давай сделаем. Так, и что нам дадут? Стена защищает слабых союзников и мешает врагам двигаться вперед. Стена. Разблокировать. Начать открывать. Да, конечно, открывайте. Забрать. Так, ну что, обучение у нас закончилось. Теперь мы сами по себе. Путь командира достигнут, ранг 1. Это мы забираем с тобой. Окей. Так, тут очень много у нас. Перфекционист. Путь охотника бездны. Это все мы сделаем, это анчивки у нас, ребята. Так, 2 минуты, я уж думаю, мы подождем. Что у нас здесь? Лавка. А, ну это уже понятно, ребят. Это донатик. Бесплатно. Ну давай. Что ты нам дашь? Опять стена. И все. А здесь у нас что? Так, за осколки мы что-то можем с тобой. 3 случайных скина или портрета получить. О, даже как. Показать содержимое. 1300 осколков. А у нас таких осколков вообще нет. Так, ну что, друзья мои, наверное, нам пора пойти в бой. Так, минуту еще подождем. Армия, кстати, подожди, у нас армия используется не по полной. Боевая стена. Нанять. Так, и прокачать. Не знаю, будет ли толк от этой стенки. Так, подожди, я ведь 150 монет, а у меня сколько, 45 осталось, понял. Слушай, что же нам лучше сделать? У нас с тобой 7 очков. А если я еще возьму, например, собак? Ага. Для этого нужен отряд собак, чтобы взять. А лучники? Я могу их поставить? Могу. Ну что, друзья мои, выход. Выход. Мне пока не нужен никакой выход. Поле боя. Ясно, лес. Ладно, крутим. Смотрим, друзья мои. Станарда какая-то. Что там за песик у него бегал, интересно. Ну тут все легко. Ярость стихий. Прими участие в эре ярость стихий. Я принял, ох ты. Нам нужно, ребята, вот это вот получить. Получить боевой... Ой, подожди, это же донат, ребята. Боевой пропуск, это, наверное, за донат. Да, это я пропускаю. Здесь можно получить золотишко, если посмотреть рекламу. Так, что у нас там на почте опять? Паладин. Это, видимо, какой-то, ребята, новый юнит. Вот про него видосик есть, чтобы посмотреть, как он себе действует. Так, 150 голды мы здесь захапали, и все. Больше тут нифигашечки нету. Так, 1 секунда. Открываем. Изумруд. Вот они, эти осколки. 65 голды. Копейщики. И опять же лучники. Слушай, я думаю, что мы, наверное, лучников улучшим. Заходим в армию. О, вот они, наши лукари. Так, улучшаем. И еще.
третьего уровня. Третьего уровня. Ну что, поехали. Смотри, смотри, какие у него тут пекинесы. Давай, 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 давим. Слушай, почему-то один тут же пока персонаж выпадает мне. Ну, мы потихонечку с тобой продвигаемся. А вот у нас с тобой и жетоны уже потихоньку начинают копиться. Нужно 15. Здесь что-то сделали. А где... Ага, вот. И что это такое? Что это мы взяли с тобой непонятное такое? Так, копейщики. Угу, не хватает голды, к сожалению. Тогда крутим. Спрятались за стену. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Проминаем их. Блин, а вы что, специально что ли? Они пока, ребята, стену не разберут, да? Обойти они ее не могут, как я понимаю. Ну, тут победа. Пока все легко. Так, 3 жетона. Так, что это у нас тут, друзья мои? Что-то мы с тобой как бы получили. Ну-ка, забрать награды. Открываем и смотрим. Так, 325 монет. Изумруд 50. Блин, лучники. И богатырь. Так, это мы с тобой тоже прошли. Слушай, смотри-ка, там потом какой-то сундук, что ли, будет. Вот я сижу сейчас и думаю, кого бы нам прокачать. Так, еще осколки на воина. Плюс на стенку. 249 рублей. А, это классические скины. Скин, значит, будет там открыт. Да ну хорош. Так, зайдем в армию. Богатыря, может быть, прокачать. Чуть-чуть. Так, сколько у него? А где посмотреть его силу, атаки и тому подобное? Я вижу только вот, ребята. Атака, защита. Сколько они пока... А, вот, ребята. Атака у него 42, по ходу дела. Или 54. По-моему, 42. Дальше будет 54. И ХП 1300. 300 монет нужно для дальнейшего улучшения. Так, а если мы с тобой прокачаем немного... Подожди, не вот этих, а вот этих. Угу. 35 атаки, 375 хп. И отряд состоит из 4. Следующее улучшение будет состоять из 5 копейщиков. Ну что, поехали тогда. Попробуем, ребят, с вами продвинуться дальше. Опа. Тихо-тихо-тихо. Так, с этими разобрались. И остаются нежить. Все, ребят, тут тоже без проблем. Так, медленно продвигаемся с тобой. Если честно, не надо мне никакого боевого пропуска. 7 дней. Ага, 7 дней, ребята, до конца турнира, что ли? Или что там у них будет, не знаю. Так, ну у нас денег нету, нам нужно еще 3 жетона, ребята, и мы с вами получим какую-то пушку. Так, справимся мы с этим? Да, в принципе, должны. Блин, этот богатырь, с одной стороны, он мне помогает, а с другой стороны, мешается. То, что он отталкивает их всех. Да. Хорошо. Вот они, 3 жетона, которые нам нужны были. Соответственно, мы с тобой можем приобрести кое-что. Да что ты со своим боевым пропуском-то, а? Прицепился ко мне. Разблокируем. В плане, это мы... Я думал, что это, ребята, пушка. Это, оказывается, не пушка, а сундук. Давай, открывай сейчас. Изумруд, 65 монет и боевые псы. Слушай, ну боевых псов мы можем с тобой сейчас прямо улучшить. Сколько у нас? 130 монет, а они стоят, чтобы их улучшить. Или нам лучше нанять? Нет, наверное, улучшить. Блин, 150 монет нужно. Ну, давай тогда наймем. Их наняли. Сколько? А, у нас все очки заняты.
Твою налево, зачем я тогда тратился, скажи мне на милость. Аурелла. Я думаю, тут разберемся мы с этой Аурелой. Даже не Аурелла, а Аурелиелла, ё-моё. Так будет правильно. Пумс, все, разгромили. Так, это можно быстренько сразу проматывать, даже не смотря. Крутим дальше. Хелетин. Так, ребята, а у них, смотри-ка, а как он, интересно, за нежить играет? Это скины, скорее всего, друзья мои. Скин нежити. А не раса, как мы можем с тобой подумать. Так, здесь тоже все быстренько проматываем. И двигаемся дальше. Фью. Тут все на изи будет. Блин, офигеть, собаки просто улетают в никуда от нашего богатыря. Вот как-то так. Слушай, забрать награды, что ли, у нас есть? Точно. И что же это за скин? Портрет. Какая-то ведьмочка. Ага, богатырь-амазонка. Скин стены и плюс опять какой-то маг. Разбойничий городок. Вот так вот. Слушай, как, например, скин поменять? И где его поменять можно? Разбойничный городок. Смотри-ка, ребята, когда мы до него дойдем, у нас будут ловушки, ассасины и какие-то рыцари. Погнали. Серьезно, что ли? Куча скелетов собак. На. Получи. Раздавили их всех. Без особых проблем, если честно. Пока все легко. Погнали дальше в бой. Так, этот отряд похож чем-то на мой. Так. Запинали мы этого чемпиона вражеского. Все. Завоевание. Победите не менее 10 противников. Да-да, мы это с тобой сделали. Слушай, у нас там что-то есть, по-моему. Ну-ка, анчивку я вроде какую-то сделал, да. 150 монет в копилочку. А здесь-то у нас что? Понятно. Это нам не нужно. Крутим. Угу. Тот же самый практически отряд. Блин, мои собачки что-то тут. Хотя нормально все. Давайте, давайте, этого чемпиона завалили. А мне кажется, скоро вот эта легкотня закончится. Вот чую нутром. Разблокировать. 30 минут на открытие. Мы с тобой просто копим сундуки. Все, я понял. Поехали. Угу. Бумс. Это типа скины на собак. Да, я так понимаю, были. Ну уж больно легко. Так, ладно, ребята, мы когда дойдем до сюда, мы получим с тобой изумруды и плюс какой-то боевой пак или каких-то новых воинов. Поехали. Опа. Это кто такой? Это копейщики, наверное? Так, а лучникам по барабану они простреливают, да? Понял. Так, тут скин амазонки. Мы ее уничтожили. Ти, серьезно, что ли? Победа. Когда же мы дойдем с тобой, а? До сюда. Так, ребята. Ах, не хватает чуть-чуть, да? Забрать награды. Слушай, а у нас же, по-моему, хватает финансов для того, чтобы кого-то улучшить. Сколько ты стоишь на улучшение? 300. А у нас 279 монет. Ладно. Кстати, скины можно поменять, ты видел? Вот скин. Берешь вот так вот, хопа, и становится амазонкой. И то же самое, я так понимаю, касается всех. И собачек. И копейщиков. В общем, понятно все. Ну что, в атаку? Ух ты! Так, сейчас посмотрим, ребят. Блин, амазонка достала. Минус.
Все, копеечки одни остались. Сейчас мы их, это эльфы типа, да? Скины такие у них. Путь командира 2.16. Ага, мы с тобой получаем второй ранг. Вот что это значит. За второй ранг нам дают 5 кристаллов. И разбойничий городок открыт. Слушай, что значит увеличение поля боя? А, плюс одну очку нам дают, да? И доступны новые отряды. Ну-ка, вскрываем. Изумруд. Так, это у нас ловушка-заморозка. Замораживает противников, которые после этого получают на 50% больше урона. При получении увеличивается радиус взрыва. Очень медленный, но крайне стойкий отряд, который в ближнем бою отражает урон нападающего. Ага. Рыцари. Так, хорошо. Если мы с тобой получили рыцари, то значит нам можно убрать отряд копейщиков. Один, я так понимаю. Ну-ка. Убрали. И где же те самые рыцари? Их нужно нанять и прокачать. Фиг там, не хватает прокачки. Просто, ребят, хочу глянуть, насколько эти рыцари хороши. В принципе, для этого я их и поставил. Плюс у нас... Ага. Скин, да, какой-то? Нет, ребят, это что-то странное. Какая-то постройка к нам прилетела. Какая-то башня. Но ее здесь нету. Ну что, погнали. Крутим. Так, у него заморозка здесь, оказывается, еще есть. Ё-моё, это что за рыцари, ребят? Это бред. Или враг настолько силен? Блин, если сейчас уничтожат, уничтожили. Лучники, смотри, подбегает. Они подбежали. Ну, кто кого? Мы. Прикинь. У нас всего последний боец остался. И мы здесь смогли разрулить. Слушай, что-то мне не нравятся эти рыцари, если честно. Блин, зачем я это сделал? Я хотел на активацию поставить. Так, ловушка заморозка. Псы. Так, вот уже интересно становится. Стоит ли вообще их прокачивать? Мне кажется, нет. И вообще бы я бы их с радостью, наверное, убрал. Если честно. Все-таки, мне кажется, почему-то копейщики мои были лучше. Но это чисто мое мнение. Так, у нас с тобой еще 2 очка из доступных. Мы можем, наверное, сделать... Сколько стоит... Так, это если только нанять их. То есть ты хочешь сказать, что... А, нет, хватает. Вот и пускай он там стоит. Так, а песиков если прокачать? Вот этот вот. 3-й уровень псов. 158 монет. Ну что, погнали. Так, у нас здесь... Ага. Что мы там зарабатываем, я не понимаю, ребят. Вроде как ничего не получаем. Так, 100%. Ух. Псы отлетели, только шорок. Слушай, ну у нас только лучников, я думаю, мы здесь справимся. Давай, давай, родные, бегите. Есть, победа. Такая довольно быстрая игруха, ребята. Особо не паришься. Крутишь и воюют они уже автоматически. Ага. Вижу, мои собаки улетели. Так, разобрались. С копейщиком, я думаю, тоже разберемся. И остаются лучники. Все прекрасно. Стрелки мои там наяривают издалека. Е. Yeah. Слушай, а тут нужно, ребята, 850 набрать опыта, чтобы получить следующий ранг. Пока даже увеличивать никого не буду. Потому что здесь... Ох ты, 4-го уровня псы, прикинь. Ё-моё. Фига там.
Слушай, прикинь, он почти всех лучников мне пожрал, пес. Что-то мне кажется, здесь мы сфейлимся. Да, скорее всего, так оно и будет. Так, чей отряд круче? Его, конечно. Фиаско. Угу. То есть это мне дали такой намек. Парень, прокачай свою армию, пока не поздно. Хорошо, я прокачаю. Улучшаем. Так, второго уровня. У нас второго уровня лучники и третьего. Понимаешь, там в чем проблема была? Собаки, которые пробились к моим лучникам, начали их поедать. Ого. Ого. Смотри, смотри, как они спрятались тут. Блин, амазонка, ну что ты бомбишь не там, где надо, а? Так, ладно, тут за счет лучников, скорее всего, мы выиграем, потому что мы тут будем их расстреливать. Но вот эта вот морозная ловушка мне не нравится. А мы даже к ней не пойдем. Все. Нормуль. Четвертый сезон. Я муструю тут четвертый сезон. Ох, нифига, у него там отряды лучника, ты посмотри. Ёк-макарёк, ребят. Ну-ка. Слушай, должны выиграть, обязаны выиграть, блин. Так, отлично. Расстреляли. Тут, как говорится, кто кого передамажит. По-моему, мы тут фейдимся, ребята. Он меня взял количеством. Количеством своих лучников. Там буквально один выстрел не хватило, чтобы их подбить. Фиаско. Так, у меня 76. Мне не хватит, ребята. Прокачать еще лукарей. О-о-о. Что-то как-то люто начинается. Люто в плане того, что, ребята, мы здесь фейлимся из-за чего? Ну, явно не из-за армии. Скорее всего, из-за того, что прокачка у нас слабая. Угу. Почему у него стреляют быстрее, чем мои? С чем связано это? Может быть, это какие-то другие лучники? Не, вряд ли. Это просто скины у них другие. Так, что мы можем с тобой сделать? Во-первых, забрать награды нужно. Что-то я про них совсем забыл. Так, ну-ка смотрим. Ну, это ловушка-заморозка. И все? И все, что вы мне дали, это ловушка-заморозка? Да. А мне бы монеток. А вот это что такое интересное? Вот эти, видишь? Так, что... Что это у нас такое? А, тут, видимо, можно несколько отрядов делать, да? Наверное, так. Ну что, погнали в бой. Фиг ли делать. Так, тихо. Так, амазонку надо расклепать. И остаются лучники. Как всегда. А мы лучникам проиграем, да? Трындец какой-то. Не могу я здесь ничего сделать. Давай получим голду. Так, сколько мне дадут? 67. Этого мало. Сейчас мы проверим. Если мы прокачаем 150. Улучшим. Слушай, надо их как-то немножко по-другому расставить. Что-то они как-то в кучу здесь стоят. И подальше, может быть, да? Влепить их. Вот так мы сделаем. Сюда. Сюда и песиков вот сюда. Посмотрим. Угу. Погнали. Так. Тихо. Куда бежите? Ты посмотри, что делает, а? Да ладно. Ёк-макарёк. Вот это я сделал. Добро называется. Фиаско. Фиаско, блин.
Давай, я не буду сдаваться, ребята. Ну, здесь, наверное, мы должны выиграть все-таки. Или опять же не получится. Зачем ты бьешь это чертово полено? Вот объясни мне, пожалуйста, а? Короче, мы отвлекаемся с тобой на всякую ерунду, типа пеньков вот этих вот. Хотя, подожди-ка. Есть. Неужели? Блин, теперь мне кажется, что мы слишком далеко поставили свои отряды. Почему у меня один отряд копейщиков? Ведь было же больше их. Я ведь знаю, что их было больше. У нас было два отряда. Вот. Так-то будет лучше. Поехали. Ого-го-го. Так, а вот, ребята, и те самые воины. Слушай, да они ватные, эти вояки. Вот это, конечно, что он за стенкой стоит. Это, ребята, его очень выручает круто. Но здесь, по-моему, все. Лучники мои забомбят. Шикарно. Так, следующий поединок. Так, разблокировать. Ага, открыть сейчас. Не надо мне сейчас. Угу. Что здесь получится-то? Слушай, вот стоило только один отряд поставить, и все, ребята, и пошло дело. Давай-давай-давай, проминаем. Брок. Брок отдуплился. Да, опыта нам дофигища нужно. Так, поехали крутить. Ну и что здесь получится? Слушай, здесь получится победа. Вот что я тебе скажу. Тыч, амазоночка наяривает. Все. Победа. Да? Легко и просто. Так, у нас скоро еще будет один сундук доступен. Забираем награды. Да ну, мне кажется, не стоит, ребят, тратиться на этих вот вояк. Мне они не очень понравились. Какие-то ватники. А вот это уже интересно. Друзья мои, это какие-то ассасины. Убийцы. Ну, поехали. Ха-хо-хей. А псы не дураки, они взяли просто и бежали. Так, минус амазонка. Слушай, ну тут быстро с ними разобрались. Вленёв. Вот тебе и весь Вленёв. Мы его, ребят, слили. Вленёва этого. Отлично. Так, ну что? Сколько нам там нужно было опыта? Дофигища, да? Оу-оу-оу-оу. Тихо-тихо-тихо, не надо. Блин, видишь, как он хитро делает? Он отталкивает моих, когда мои хотят пойти и добить. Ну, тут расстрел. Тут еще есть какая-то зона красная, ты видел? Когда они вот туда проходят, ребят, начинается красная зона и все начинает моргать здесь. Так, у нас еще один сундук с тобой появился. Так, подожди-ка, дай-ка я гляну. Сколько нам нужно еще? Блин, дофига, дофига опыта. Ну что, друзья мои, давайте мы с вами на этой ноте закончим. Если вам игруха зашла и понравилась, то обязательно продолжим в нее играть уже в следующей серии. А на этом все, всем удачи и до новых скорых видосиков.